Здравствуйте! Поп-король Филипп Киркоров известен своим крутым нравом. От вспыльчивости и эмоциональности артиста страдают даже близкие ему люди. Диджей Катя Гусева, которую долгое время считали невестой поп-короля, получила из-за него психологическую травму. Катя и Филипп Бедросович вместе отдыхали. В один из дней Киркоров решил прокатить Гусеву на своем авто. На трассе исполнитель разогнал автомобиль до 120 км в час и, чтобы испугать зазнобу, принялся нарушать правила дорожного движения. На огромной скорости поп-король выезжал на встречную полосу и совершал другие опасные маневры. У Гусевой, которая очень боится быстрой езды, случилась истерика. Красавица-блондинка так испугалась, что перестала себя контролировать. Девушка накричала матом на своего знаменитого спутника. Катя пыталась вразумить Филиппа Бедросовича, но ее старания были тщетны. Более того, Киркорова возмутила резкая реакция девушки. Возмущенный певец остановил машину, высадил ее посередине трассы и уехал прочь. Спасать шокированную красотку пришлось Геннадию Рыбаку, тогдашнему директору поп-короля. Спустя время Филипп Киркоров все же извинился перед подругой. Артист осознал, что перегнул палку. Между тем Катя Гусева еще долго не могла отойти от поездки со звездой российской сцены, девушку трясло. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.